Неужели сгорел адвокат Егор Носков? Я не могу поверить своим глазам. Вообще, палата адвокатов, и московская, и подмосковная, знаю, что говорю, за питерскую не скажу, но московская и подмосковная палата адвокатов неохотно выгоняют адвокатов из своих рядов. Ну как это? Ну как можно было попросить там некую адвокатессу, хотя она снимала, сделала селфи. Адвокат делает селфи, что-то ноги на стол не положила. В судейской комнате кому? Это же адвоката, любому человеку вход в судейскую комнату, где судья в полном одиночестве, советуясь только с законом, но так считается, выносит приговор именем Российской Федерации. Как это может адвокат быть в судейской комнате? Да еще фотографироваться там. Я об адвокате Киселевской. Ничего, говорят коллеги-адвокаты в Московской палате адвокатов. Я с этим столкнулся. Киселевская, известный адвокат, ну... Уселась она в кресло судьи Базаровой, покрутилась в судейской комнате, в закрытой. Председатель суда не имеет права туда войти, а вот Киселевская вошла. Ну что ж, ее выгонять за это селфи, что ли? Ну как это? Ну вот Егор Носков, нехорошие люди, я с ними не согласен, называют его золотым плутом, ловкачом, человеком, который мнит себя защитником миллионеров. Вот недавно Совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга рассмотрел его дело, после чего, кстати, полиция нагрянула в офис его юридической компании на Невском проспекте, 140 на Невском проспекте, изъяли документы, оргтехнику. На самом деле офис адвокатов обыскивать нельзя, но это в том случае, если адвокат теряет статус. Раскрутился на громких делах по переделам собственности, но скандалы следуют за ним по пятам, хищение топ-менеджерами доли оборотного гиганта «Арсенал», сомнительное банкротство петербургского АО «Трубосталь», конфликт с миноритариями Кировского завода и так далее, и так далее, и так далее. Ну а главное, считается, что проблемы у этого адвоката появились тогда, когда возник в его жизни банкир Сергей Бажанов. Это случилось при отзыве лицензии у Международного банка «Санкт-Петербург». Вроде как Носков, это гипотеза, конечно. Пусть суд скажет и следствие свое слово. Носков предложил клиенту совершить мнимую сделку, иначе, мол, агентству по страхованию вкладов позарится на личное имущество банкиров, что позволяют себе адвокаты. Господи, прости. Я когда сам не столкнулся с этой системой адвокатской, а блокад деньгу любит, как в одном романе сказано в российском, а блокад деньгу любит. Я не представлял, какая это мафия. Оказывается, если ты, адвокат, напишешь в кассационной жалобе, что судья Тверского суда Иванов, кстати, честнейший судья, между прочим, вынося решение, не вышел в судейскую комнату, а он выходил в судейскую комнату, он там 14 минут был, по записи видно, но неважно. В кассацию, если бумага приходит, а твой адвокат, как потерпевшего, не увидел это, ну, посмотрел, бывает такое, что вот такая вот зацепка, все. Кассация отменяет любое решение суда, отправляет его снова в суд первой инстанции. Еще вот ходи, доказывай, что ты не верблюд. Это уловки такие. Мы когда говорили о Нянькиных, что они себе позволяют в областной палате адвокатов, тоже нас никто не услышал. Ну как, ну там срок какой-то вышел, еще что. Вообще наши люди адвокаты, ну как же мы-то будем голосовать? Вот комиссию собрали, комиссия ни черта не установила. Я пытался объяснить, ребят, так нельзя, вы же позорите страну. И статус адвоката не допускает такого рода махинации. Это ж махинации. Ну вот пусть будет уголовное дело. Уголовное дело где-то там потерялось или теряется в недрах Мещанского отдела Следственного комитета. Все, забывай об этом Бастрыкину рассказать. Но факт остается фактом. Статус адвоката снимают только в том случае, коллеги с коллеги, когда уже, как говорится, деваться некуда и когда полиция стоит над головой. Такова моя гипотеза. А в противном случае можно и селфи в комнате, в судейской комнате адвоката, судьи Базаровой устроить, я Киселевская или как Нянькины. Слушайте, ну что же это такое, когда человек врет-то? Это не мошенничество? Ну, я вопрос задаю. Можно. Прокатило. Остались в адвокатах. Правда, какой дурак захочет пользоваться услугами таких, как Киселевская, или таких, как Нянькины,
если они в любую секунду могут подставить своего доверителя, потеряв все-таки, потеряв статус адвоката за прежние истории.